Ты подключил уже? Да. Вот она, самая боль, блядь, приседаний. Туда-сюда одевать на коленники. Я до 270 размялся. По-быстренькому. Отдыхая секунд по 40 между подходами. Потом снял, чтобы ноги маленько отошли. Кровь туда попала. Уже маленько насобачился. Одевать по-быстренькому. Сейчас подойдем. 300-320. И опять снял. Отдохну. Опа. Вот, вот надо не лениться, кстати, что приседать в дубовых на коленях, начинайте сразу же с разминки приседать. Потому что техника все равно меняется. Когда вы начинаете там без них приседать, потом до рабочих подходов доходите, техника уже будет другая. И первые два подходика будете ловить в свои углы, запортачить их. Так что лучше не лениться, сразу же это сделать. Хоть музыка сегодня радует, блядь. А? Да хоть музыка, говорю, сегодня балует, радует. Покатились, блядь. Нормально, давай, поуверен. Вот. Замочки надо. И надо. Фух. Все, давай поувереннее. Хорошо, в отдачу. Не торопись. О, хорошо. Отлично. Я все, маленько не попал. Нормально. Какого встал? Все, аккуратненько. Не торопись. Пожестче. О, встаешь. Отлично. Хорошо. Давай мощненько. Оп, встаю, встаю, встаю. Встаю, встаю, Витька, встаю, ёбаный. Ой, маленько мотыляет, шатает. Вот, блядь, лежал бы дома, да, в воскресенье вечер на диване, нахуй. 335. Фу. Lightweight, baby. Все, давай. Все, не торопись. Аккуратненько. Оп, хорошо. Потерпи. Оп, хорошо. Отдача. Третья. Оп, встает. Отлично. Фу, тяжелый, блядь. Даже заклинание Lightweight Baby нахуй не помогло. Заклинание такое. Это частушка, блядь, какая-то. 445, четвертый подход. Давай. Все, хорошо. Еще разок. Хорошо. Хорошо. Все потому, что я машина, блядь. Маленькая, малолитражечка. Малолитражечка. Фух, давай, Димон. Thank you.
Отойди, 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 иди сюда. Здесь строй, не дай бог что-нибудь упадет. Давай, хорошо, потерпи. Один подходик хороший. Даешь. Мощно, оп, хорошо. Ой, что в глазах темнеет уже. Ну вот и все. Там свет отключали просто. Ну, ненадолго. Это свет выключал. Ладно, сам. Че ты хочешь? Я сам тогда. Сам, говорю, тогда сделаю подходик. Кого? Сам сделаю, говорю. Когда ты сам самостоятельным-то успел стать, ну, а? Самостоятельный, самодостаточный дядька, блядь. Одной рукой получится снять? Конечно. Давай, Розика, надри. Плюс надрю. Сегодня 170 поработает. Смотри. Уступите место. Четвертый подход на 170 и все, поедем кушать. Давай кальянку поедем. Вот, собственно, такая вот тренировка. Тяжелый присед и легкий жим. Но жим оказался нелегким, потому что на прошлой тренировке тяжело жал, плечи не восстановились, прям даже 170 тяжело сегодня. Как-то так. Всем пока.